Хвала Христу, поважаные телеглядачи, дорогие брати і сестри. Это программа «Радость Евангелия». И с вами сегодня буду я, ксёнц Марек Занілський, вікарий парафії Узвіження Крыжа Святого у Лиді. На початку Великого посту костёл закликає нас схилить голову перед Паном Богом. Коли ж потом мы узнесем яе и узнимем, то убачим Христа, откупителя человека, які усім своим життем, а затем своей мукою и смертью, вучить нас, что это значит быть вольными. Дорогие браты и сестры, этими словами з розважання на Великий пост святого Яна Павла II хочу заохотить себе, так само и вас, до пленного переживания этого важного в нашем житті литургичного периода. Чому важного? Тому что гэты 40-дзённый пост повинен для нас стать той же пустыней, якую некалі досвідчив Иисус перед тем, как распачать свою збавчую миссию. Зрэшты, менавіта об гэтым мы сёння чуем у Евангелі. Досвід, які спадарожнічаў Иисусу у момент яго прабывання у пустыні, распачаўся і у нашым жыцці зусім нядаўна, некалькі дзён таму папельцовай серадою. Для нас гэта асаблівы знак пакуты і навяртання. Ці патрэбна навяртання веруючому чалавеку, запытаецеся вы. Адкажу, патрэбна, бо ніхто на зямлі не з'яўляецца святым, таму для адных гэта будзе якоесь, можна сказаць, радикальнае навяртанне, змена свайго жыцця на 180 градусаў. Для іншых нейкая невялікая, так сказаць, касметычная карэкція. Але сэнс у тым, што навяртанне патрабуе кожны з нас. Хтосьці павінен пабудаваць зусім іншы, новы дом, а хтосьці зрабіць рамонт або толькі уборку ў сваім доме. І менавіта гэта нам сёння хоча сказаць Иисус, калі ідзе ў пустыню, каб адкрыць для нас важнасць гэтага досвіду. Знешне Иисус падобны да своеасаблівага духовнага экстрэмала. Але калі мы уважлівей прыглядзімся да яго паводзінам, то прыйдзем да высновы, што кожны з нас перажываў або перажывае пустыню свайго жыцця. У жыцці мы вымушаны быць свайго роду экстрэмаламі. І не абавязкова перад Вялікага посту. Здараецца так, што жыццё само стварае абставіны і прымушае нас акунуцца ў атмасферу пустыні, дзе мы становімся чагосьці пазбаўлены таго, што ў нас калісьці было кожны дзень, да чаго мы, магчыма, прызвычаіліся. І не абавязкова гэта нейкія дрэнныя рэчы, а наадварот. Могуць быць добрыя, але мы да іх прывязаны. І бывае так, што гэтая прывязанасць перашкаджае нам убачыць прысутнасць і дзейнасць Бога. І толькі калі мы пазбаўляемся гэтых прывязанасцяў, то можам зусім з іншай перспектывы паглядзець на сябе і на сваё жыццё. А перш за ўсё убачыць у ім Бога, тое, што ён блізка нас, што мы не пакінуты, як нам здавалася раней. І ў такім выпадку досвід пустыні адкрывае нам вочы. Дарагія, напэўна, Иисус не патрабаваў ані кардынальнага навяртання, ані, так сказаць, касметычнай карэкцыі ў навяртанні да айца. Ён гэта ўчыніў у імя праўды, даючы нам стымул да пераадольвання ўсялякага роду цяжкасця ў сваім жыцці. Таксама паказаў нам, што ў гэтых цяжкасцях ён з намі салідарны. Иисус паказаў, што гэтыя цяжкасці, прысутныя ў жыцці чалавека, прысутнічаюць не таму, што Бог яго пакараў ці сам чалавек сваімі паводзінамі паспрыяў на тое, што гэтыя цяжкасці ўзніклі ў яго жыцці. Иисус адкрывае нам новае вымярэнне і больш глыбокі сэнс гэтых цяжкасцяў, адкрывае сэнс і неабходнасць пустыні ў нашым жыцці.
Дорогие братья и сестры, досвід пустыни повинен нас очистить, только нам треба быть до этого готовыми. Нам треба это зрозуметь и спокойно принять. И это сделает нас свободными, как узгадал святый Иоанн Павел II. Эта свобода Божьих детей вызволит нас не только от греху, але и от усяляких дробных залежностей чи привязанностей, которые до Его ведут. Існує такий життєвий парадокс. Чим больше мы привязаны сердцем до разностайных залежностей, навіть до самых дробных и безкрыўдных, тим меньше наше сердце прагне Бога. И тому, мои дорогие, духовная пустыня Великого Посту просто необходима в нашем житті. Только важно ее правильно переживать. А в этом нам допоможе разумение потреби посту в нашем житті. Пост – это не декорация, не поверховный дизайн наших поводзинов, который может нас знешне отрознивать от других людей. Это речаисность, которая спочатку охопливая сердце человека, а уже только потом изменяет его стиль поводзин. Тому, когда постишь, намасти голову свою и обмый твар свой, каб показать, что постишь не перед людьми, але перед Отцом Твоим, які у таємності. И Отец Твой, які бачить, потаємное отдасть Тобі. Есть еще один аспект после практичного аспекту пустыни. Мы его чуем у сегодняшней Евангелии, которую каже нам Иисус. Это Его слова: «Кайтеся и верьте в Евангелие». Эти слова мы уже чули у попельцовую сераду, когда на наши схиленные головы святар сыпал щепотку попелу. Мои дорогие, это девиз нашего 40-дённого пребывания у духовной пустыни. Это тая головная мета, для якой мы отваживаемся чинить какие-нибудь постановы на Великий пост. Бо покаяние и вера наближают нас до Бога и до Божьего володарства. Тому наша покута и навертанне – это первый крок, который приводит нас до веры у Евангелия Иисуса Христа. Наша вера может быть остудженной праз нашу людскую слабость и недосконалость. Дык вось, практика посту повинна запалить эту нашу веру, наблизить евангельские принципы до нашего життя. А сердцем их является заповедь любови до Бога и ближнего. Бо только и так мы можем отказать на Божью любовь. Милованные браты и сестры, досвід пустыни, до якого нас сегодня запрашает Иисус, это невеликий этап, который может принести нам шмат корысти. Каждый из нас покликан у школу Христа, каби быть сумленным и старанным учнем. Тому варто, як найлепш, пережить этот досвід, каб поспехово сдавать экзамены щоденного життя. Подчас Великого посту мы разважаем над моментами муки и смерти Иисуса Христа, каб лепш убачить кончатковую мету усяго гэтага, а менавіта у воскрешенне. Мука и смерть не были метою сами по себе, они были потребны для нас. Тому, дорогие браты и сестры, нехай гэты час 40-дённого посту станет для нас этапом духовного очищения, каб мы лепш познавали Божию волю, открываючи у ёй любовь и милосердность. Великие дякую всем за увагу. Хвала Христу!